на золотых песках появился черноморский рапан. Мы его ловим и готовим. У меня есть несколько лайфхаков по этому поводу. Первый лайфхак – как вытащить рапана из ракушки. Для того, чтобы вытащить рапана из ракушки, есть три способа. Первый – обдать ракушку кипятком. Второй – просто вытащить живого рапана крючком. И третий – заморозить его. Я пользуюсь только третьим способом, то есть замораживаю рапаны. Для меня это самый удобный способ. Мой лайфхак номер два – не покупайте блюда в ресторанах, по крайней мере в Болгарии, потому что рапаны там очень жесткие и невкусные. А третий мой лайфхак вы увидите в фильме. Я раскрою все мои секреты по приготовлению рапанов. Я готовлю рапана очень вкусно, вам понравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и вы узнаете много интересного. Рапаны мои, я надеюсь, разморозились. Пойдемте вместе их почистим. Рапаны я храню в морозильнике, вот в такой большой коробке. Кто не любит морозить, может заморозить рапаны на 20 минут. И после этого сразу их почистить. Я же сейчас разморожу некоторое количество и вам покажу, как я это делаю. Вот так выглядят мои рапаны. Я их поставила размораживаться. Самое трудное приготовление рапана – это его чистка. Так, наши рапаны разморозим, и мы сейчас их почистим. Ну, скажем, вот этот. Так, очередная ракушка выпала из рапана. И теперь надо его там пошевелить. Вот он тут. Его надо аккуратно поддеть вилочкой. Аккуратно вот так. Вот. Видите, он пошел. Пошел. И вот он весь. Вот этот рапан вычищен весь. Вот он висит. Вот его ракушка. Мы его достали. Примерно так же нам надо сделать со всеми рапанами. Что мы дальше делаем? Так, это мы сделали. Теперь мы немножко водичку, чтобы не тратить. Вот эту всю часть, по идее, нам не нужно. Это все кишки, печень. То есть мы ее должны надрезать и убрать. Особенно вот эту часть. Белую часть мы оставляем, все белые детали. Это все мясо. А вот эту часть. Вот она. Мы должны ее убрать и потом это все помыть. Остальные кишки я уже тут сейчас вот открою потом. Но сейчас я сниму вот эту крышечку. Вот эта крышечка. Вот она. Которую нужно снять. Она, в общем, довольно крепко прикреплена к этой самому мясу. Ну, вот такой рапан. Это идеально почищенный. Его только нужно хорошо отмыть от черноты. Ну и вытащить вот здесь. Вот мы сейчас прорежем. Вот так вот. Тут еще есть немножко вот этих печенок, там всякие кишки. Вот это мы убираем. И все. Сейчас я его помою. Вот такой рапан, мы его очистим, он будет совершенно желтенький, совершенно чистенький, вот он наш красавчик. Это все мы убираем, это не нужно. Кто-то говорит, что можно есть печень. Кто-то говорит еще что-то, но я ничего этого не хочу. И я считаю, что этого есть не нужно. Ну вот, а сам рапан будет вот такой идеальный. Вот такой абсолютно бело-желтый. Ну вот, примерно вот так. Таким образом мы уже почистили вот два рапана. Если вы хотите использовать ракушку от рапана,
то ее лучше немножко почистить вот, от водорослей. Вот. Когда рапан вынут идеально, то она абсолютно чистая, эта ракушка. Если положить ее на солнце, то она прекрасно сохранится и может использоваться для сувениров. Правда, и если вы рапан вытащите неаккуратно, то через просто более долгое время она будет и будет сильно пахнуть. Это будет быстрее сохранена. Так, теперь мы сделаем еще один рапан. Вот я его туда с этой стороны немножко подковыриваю. Вот, видите, как он. А потом я его беру оттуда все-таки, чтобы его взять хорошо. Вот, видите, он тогда начинает хорошо покидать свое жилище. Вот. Все, рапаны идеально откручиваются. Все, они растаяли. Все, оттаяли идеально. Ракушка чистая, ее только помыть. Ну и, соответственно, опять отделяю вот эту верхнюю крышечку, которая закрывает вход в ракушку. Вот так, ее даже трудно отнять. Но она отнимается в результате, все равно. В любом случае. Вот она даже вот так вот у меня вышла. То есть вот она, ракушечка. Это мы оставляем мусор. Здесь мы тоже убираем вот эти кишки. То есть все как там. Все абсолютно одно и то же. Только его отмыть, он будет абсолютно белым. Из этого мяса можно делать салаты, котлеты. Просто есть секрет их приготовления, как любых морепродуктов. Кто-то готовит по одному рецепту, кто-то по другому. А я вам рассказываю свой рецепт, тот, по которому я готовлю. Вот он абсолютно чистый белый рапан, который нужно употреблять в пищу. Итак, вот что у нас получилось. Вот это наши чищенные рапаны. Вот это наши отходы, которые нужно положить в отдельный пакет, чтобы не завоняло все вокруг, в том числе и раковина. И вот здесь находятся ракушки. Ракушки пустые, немножко почищенные, но они будут высушены. Мы их отвозим на дачу, там мы их сушим. По идее, их можно использовать потом для того, чтобы делать какой-то декор. Я их там или в фонтан, или на стенку. Куда-нибудь мы их пристроим. Но, естественно, рабочее место тоже нужно помыть. Тряпку после этого я выбрасываю. Ну и губку стараюсь брать старую, чтобы тоже ее выбросить. Вот такой мой лайфхак. Убирайте за собой рабочее место. Поставим небольшую кастрюльку, потому что у меня довольно мало рапанов. И я обязательно добавляю вот такие лимонные корочки, потому что у меня их всегда много. Я утром пью лимонную воду, и это просто, чтобы не добавлять вино или что-то кислое. Лимонные корочки. Я не солю рапаны, когда они варятся. Я, помимо рапанов, которые сейчас мы будем класть, добавлю еще немножко зелени, просто трава, для такого аромата и вкуса. Вот в этом мы и будем варить наших рапанов. Я положила зелень, у меня есть. И теперь положу рапаны. Рапаны, как они есть, как мы их почистили, так я и положу. Все, теперь мы закроем это крышечкой. И весь секрет в этой варке. То есть варится рапан должен примерно час. Если вы хотите более жесткий рапан, то можете выключить его через полчаса. Оптимальный срок варки рапана – это час. Но иногда я варю даже и больше. Но это мелкие рапаны, поэтому буду варить их час. Но это еще не все. Поэтому процесс приготовления рапана довольно долгий. Это только еще вторая или даже третья стадия. Сначала поймать, потом почистить,
потом сварить. Вот сейчас варка, потом еще у нас будет жарка. Наш рапан готов. Сейчас мы его попробуем. Водичка почти вся ушла. Водичка у нас ушла. Но рапан очень мягкий. Отличный рапан. Все, мы выключаем. Мы вытащили рапанов в друшлачок. Теперь мы можем сполоснуть от пены, которая могла остаться. Ну и, в общем, больше ничего. Так, теперь мы должны нарезать этого рапана. Но прежде мы подготовили головку чеснока. Сейчас я ее порежу на сковородочку и начну жарить в оливковом масле. А потом добавлю туда рапанов. Возьмем маленькую сковородочку, поскольку у нас очень мало рапанов. Оливковое масло. И просто на оливковом масле нальем чуть побольше. Будем жарить сначала чеснок. Обжарим чеснок в оливковом масле. Недолго, пока он не подрумянится. Теперь выложим туда рапаны. Теперь посолим финально. Аромат очень яркий. Наш рапан готов. Мясо настолько нежное, что просто тает во рту. Какой кусочек не возьми, просто объедение. Такое у нас прекрасное получилось блюдо. Всем приятного аппетита!